Всем привет, меня зовут Вика, и как вы догадались по названию этого видео, то сегодня будет DIY. Я уже делала подобное видео в прошлом году, и оно получилось менее качественным, но тоже неплохим, так что можете посмотреть по ссылке в описании. Ранее прошу прощения за свой голос и внешний вид, я болею, я надеюсь, мне это будет простительно, и да. Кроме идей декора, сегодня будут также поздравительные открытки. Я очень надеюсь, что тебе понравится это видео. Так что поставь обязательно палец вверх, подпишись на мой канал, если ты до сих пор этого еще не сделал. И напиши в комментах, хочешь ли ты, чтобы я устраивала конкурсы как можно чаще. И давайте начинать. Идеи, как всегда, очень и очень простые. Все, что нам потребуется, вы будете видеть на экране, поэтому я не вижу смысла этого дублировать и говорить. Для начала мы вырезаем яйца, они могут быть просто любые, из бумаги для скраббукинга, из однотонной бумаги, все, что будет вашей душе угодно, и мы их вырезаем энное количество, в зависимости от того, какой по размеру мы хотим наш венок. У меня он был просто супер маленьким, поэтому мне хватило 8 штук. Далее я вырезаю основу в виде круга, ну а затем просто приклеиваю яйца и завязываю красиво бантиком. Следующая идея просто супер-дупер классная, мне она очень нравится. Трафарет у зайца, который вы можете найти, кстати, в моей официальной группе. Я из постаревшей бумаги вырезаю этого же зайца и приклеиваю на белый лист бумаги. Дальше вставляю в рамку, и осталось сделать, наверное, самое сложное в этом DIY, это сделать помпончик. Я думаю, что его умеют делать все, поэтому не буду вам дополнительно рассказывать. Далее, как вы поняли, я приклеиваю помпончик к зайцу на попу, и получается супер круто. Классно, красиво, очень атмосферно как-то, если так можно выразиться. И мне безумно нравится эта идея. Эту открытку сделать крайне просто. Мы берем просто любой картон, вырезаем нужного размера нам прямоугольник, кружок, опять-таки, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Дальше я оборачиваю в крафтовую бумагу, и дальше уже идет ваша фантазия. Я сделала яйцо, туда наклеила разным цветным скотчем такие треугольнички и написала Happy Easter. Можно сделать просто кучу различных вариантов, получается очень просто, красиво и при этом мило и атмосферно. Я правда надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, не забудь подписаться на мой канал и напиши в комментариях, хочешь ли ты, чтобы я устраивала как можно чаще конкурсы. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро, сияйте, пока!